Добрый день, друзья! С вами Етрина. В этом видео я хочу показать, как выглядит аптечная медицинская пиявка и восточная медицинская пиявка. Ко мне эти пиявки попали из питомника, который находится в Балаково, Саратовской области. И их видовую принадлежность я попросила прокомментировать профессоров Сергея Утьевского и Изольду Баскову, поскольку они являются биологами, специалистами по медицинской пиявке. И так как это иногда случается в научном мире, мнения ученых разошлись. Изольда Порфирьевна считает, что некоторые из представленных семи особей являются гибридами между аптечной пиявкой и восточной пиявкой. И она мне посоветовала обратиться к Сергею Юрьевичу. Вот пиявки в видео подписаны так, как мне прокомментировал их Сергей Юрьевич. В отношении пиявки номер 2 Сергей Юрьевич считает, что это восточная медицинская пиявка необычной окраски. На самом деле такая вот изумительная пиявка, совершенно не похожая на всех остальных. Имеет ли для врача значение, какая пиявка? Аптечная, восточная, врачебная. С точки зрения медицинских рекомендаций, пиявки между собой равны. И у нас нет каких-то особых указаний, что ставить только аптечную, или ставить только восточную, или непременно только медицинскую. Хотя на самом деле слюна медицинских пиявок по своему составу немного отличается. И у каждого врача есть свои предпочтения. Ну вот мне больше всего нравится восточная медицинская пиявка, она такая вот ядреная. Ее уж как поставишь, так поставишь. Сразу чувствуется. Хотя считается, что именно у восточной медицинской пиявки чаще бывают аллергические реакции, более длительное время кровотечения. Кому что нравится. Итак, какие же характерные черты у вот этих двух видов пиявок? Аптечная пиявка имеет широкие красно-оранжевые полосы на спине, а брюшная сторона зеленоватая, без пятен. У восточной пиявки на спине очень узкие полосы и квадратные пятна. Брюшная сторона восточной пиявки очень темная, с сегментарно повторяющимися парами светлых пятен. Надеюсь, эта информация будет полезна для того, чтобы вы сами могли определять виды пиявок. Дорогие друзья, если вам интересно, подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной. И спасибо за внимание!